кружат ветра, кружат. Да, я вообще рада была их разложить вот здесь, чтобы люди могли брать. Ну что ж, ладно, отметим, что вы были в любом случае. Да. Да, да, да. Не прячься, не прячься. Всем привет, всем привет! В эфире показывает Чайка. Сегодня вы являетесь участниками беспрецедентного события. Мы рады всех вас поприветствовать на первой фотовыставке, на первой городской фотовыставке. Итак, уважаемые дамы и господа, свадебный переполох стартует! Так что я смотрю, я догугую, чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не поверил, то, что очень одиноко мне. Ты сними, сними меня, фотограф, так чтоб я смеялась беззаботной и оптимизма. Чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не поверил. Чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не поверил, то, что очень одиноко. Я даже вызывала зависть, чтоб никто и не поверил, то, что очень одиноко мне. Будто я довольна этим то, что очень одиноко мне, то, что очень одиноко мне. Ну, это, по-моему, уже фишка, да? Этой выставки. Это уже вторая выставка. Первая выставка была ровно год назад. Был один фотограф, а теперь их целых пять. Давайте им поаплодируем. Всем пяти фотографам, которые сегодня участвуют в нашей выставке, я напоминаю, что сегодня не побоялась 4 метров стоп-кадра и решила принять участие в нашем конкурсе. Это Ардак Шарипова. Она сегодня в обворожительно-сексуальном черном платье. Да, Ардаша, ты сегодня великолепна. Ардак признает, что именно работа на свадьбах доставляет ей наибольшее удовольствие. А еще она любит путешествовать. Где была последний раз? Ой, стыдно признаться, в Турции.
Это тоже очень хорошо. Поэтому в ее объектив нередко попадают памятники архитектуры. Ардак очень большая оптимистка и вдохновляется детской непосредственностью. Какие-то Линсон Йоханссон какой-нибудь там. Ну понятно, да? То же самое у вас. Самый сексуальный портрет, самое главное, чтобы не повторять. Девушка. Так, я чувствую, сегодня Оксана заберет свой приз и поделится с кем-то из мальчиков. Ну что ж, Оксаночка, ты не только тебе поможет. Да, можешь даже забрать и прямо в эту рамочку прям его засунуть, понимаешь? Нет, я воздержусь. Воздержишься. Итак, аплодисменты. Все, у вас остается четверо. Перемешиваем. Все то же самое. Художником является репортаж. Его объектив чаще всего попадают окружающие его люди и природа. Залогом хорошие. Аплодисменты Константину. Костя, ты сегодня появишься? А, вот он, я цитую этот конца. Фото и видеосъемкой он занимается на протяжении 7 лет. Самым важным моментом в процессе съемки называют взаимопонимание между фотографом и моделью. Лежит в команде онлайн-журнала «Чайка». Однако сегодняшнее событие не могло не состояться без поддержки многих других, естественно, неравнодушных инициатором Балхашсон. За помощь в организации фотопати «Чайка» Пина, генеральному спонсору фотопати магазину «Автомагия», а также председателю Балхашского клуба коллекционеров Алексею Сапрыкину. И сейчас немножечко торжественная часть, потому что как без этого. Я хочу предоставить слово главному специалисту отдела культуры и развития языков Айгерим Бакытовне. Поздравляем вас со второй фото выставки. Раритет, который они не везде увидят, то есть многие даже на картинке видели, а сейчас можно это все потрогать. Итак, ряд культурных и развлекательных мероприятий. Сайт существует всего 2,5 месяца, и поэтому у него еще что? Интернет-журнал стал невероятно популярным. «Чайка» вышла на первое место в рейтинге казахстанских сайтов, за что мы ее и поздравляем. Хочется петь и летать, летать и петь, и не думать о ваших словах, повсюду дышать и не знать ничего. Неопознанной хочется быть, не хочется быть невозможной ему. Как это было вчера, хочется прямо до слез, до самых звезд, и не знать ничего про тебя, не знать никого до тебя, хочется быть незаметной, невидной, неслышной, никем не я, хочется быть невозможной, немыслимой, недопустимой, неправильной. Желаем, чтобы наша чайка летела как можно выше. Мария Гультяева. Где? Журнала «Чайка». Ирина Ильхих. Аплодисменты ей. Сумочку, пожалуйста, ставьте, девушка. Во-первых, хочу всех поблагодарить за участие, за то, что сделали такой смелый шаг, выставили работы, потому что я хочу сказать, что многие, несмотря на свой профессионализм, не решились выставить, не решились конкурировать с такими зубрами фотографий. Вот. И, конечно, я также хочу выразить благодарность всем, кто нам помог это сделать, это очень многие люди. Но мы не стали делать благодарственные письма, мы сделали вот такие большой респект. Большой респект за участие в фотопати 2013 объявляется Нуржану Шайбердинову. Также объявляется Ардак Шариповой.
Ольгу. Я также хочу поблагодарить отдел культуры и развития языков в лице Дины Желдасовой. Также лучшему и... это круто. Ну, все? Ну да. А победить? А именно, отдать великолепная девушка, женщина, спортсменка, комсомолка, как говорили в советские добрые времена. Ее работы, да, красавица бесподобная. Ее работы очень всем нравятся горожанам. С детских лет, начиная от ее фотостудии, они приобщаются тоже к великому искусству фотографии. А ее... Сиднее, все те, кто заходили на сайт онлайн-журнала «Чайка Мол», могли проголосовать за работы, которые сегодня вы видите также на стенах рок-кафе «Альпина». И сейчас я предоставляю слово Ирине Лихих для того, чтобы она огласила результаты онлайн-голосования и, конечно же, вручила главный приз нашему победителю. Вот. Приготовила свой подарок, и я хочу вручить каждому из вас подарок от нашего спонсора. «Белый ветер», к сожалению, это всего лишь магазин «Автомагия». Ну и победителя определили зрители. Я считаю это самым справедливым голосованием, потому что не были указаны авторы, поэтому было абсолютно объективное голосование. И безоговорочно, с огромным отрывом победила работа «Вера», которая принадлежит Константину Полякову. Конечно, интересная прошла. Поближе. Нужное главное дело для... В первую очередь, наверное, для самих фотографов. Потому что друг у друга все равно чему-то учимся, смотрим работы друг друга. Спасибо всем, кто принимал участие в голосовании. Всем зрителям. Коллегам спасибо за поддержку. Я ежегодно его сделаю. Спасибо, да? Чайке за то, что организовали такую выставку. Аккуратно. Если бы без их активного участия, какой бы выставки бы и не было бы в городе. Всем спасибо. А теперь, Костя, всех угощает. Посетители рок-кафе смогут еще целую неделю. Как вы видите, то, что на каждой работе написано имя автора и контактные телефоны. Поэтому, если кто-то за эту неделю надумает жениться или выйти замуж, у вас уже есть готовые фотографы-профессионалы, которые, помимо того, что они действительно профессиональные мастера своего дела, они еще и участники фотопати от онлайн-журнала «Чайки». А это тоже немного важно. Господи, я заговариваюсь уже. Ну что же, одна тусовка – это видеопати. Следите, и мы будем всегда с вами здесь и сейчас. А мы Я вот запрошу.